Как правильно подписаться на канал? При нажатии на кнопку подписаться рядом выскакивает шестеренка, на которую опять-таки надо нажать. После этого вот в таком вот окне здесь проставить галку и сохранить. После этого, если данный блогер разместит какой-нибудь новый ролик на своем канале, вы будете получать оповещение на свою почту. Кроме того, в самом блоге, на самом канале, в разделе «О канале» обычно есть данные для контакта, и они выставлены также здесь. Аккаунт в Фейсбуке, ВКонтакте, Google+, и сайт, с которым работает данный блогер, если он у него есть.